Итак, друзья, всем привет, с вами я, Павел Первый, мы продолжаем играть в Хардстоун, вышло дополнение «Пробуждение древних богов», и думаю, стрим вы уже посмотрели, если не посмотрели еще, да, посмотрите, хотя, в принципе, это большая часть это открывание паков и разбор с этим дурацким стримом, его достройками и куча проблем. Но я сейчас за компьютером. И никаких проблем, когда все идеально, все шикарно. В общем, вкратце мы сейчас будем играть потасовку, но эта потасовка уже была, поэтому... Почему же я играю? Да потому что новые карты, и вдруг выпадет что-то классное. Самые неожиданные колоды. Поэтому, я думаю, можно поиграть самыми неожиданными колодами, с новыми картами. Будет приколенько очень. У меня Делик на Войда, поэтому я начинаю с него. А там мы посмотрим. Я думаю, в ближайшее время много Хардстоуна записать, потому что варианты с богами я хочу всех перебрать. Я скрафтил всех четырех, ну, точнее, двух богов скрафтил, один выпал, ну, и кто, да, и так его просто так дает. Вот так вот. Паки, конечно, хреновые совсем были, ужасны. Две буквы, осквернённый дробитель. И... кто там? Йоксарон. Все. Че нормального. Хорош! И... ну, в итоге я кое-как добыли, скрафтил. Победа или смерть. О, надпегл. Может, дадите мне, там, не знаю, картёшки из ДБ, скажем. Так. Только убрал это усиление. Так, окей. Друзья, пропустил я тут ход. Ну, не пропустил, не заметил. В общем, тотем вот просто поставил, ничего особого. Любец из огромного мира. Так, тут у меня громаж. Бедняга тотемы ставит. То у него, видимо, что-то жирное в руке. Ну, надпегл, ты вообще что-нибудь вытащишь? Это было... загляни в лицо смерти! Ах, ладно. Сейчас еще грозую занят там. Ха-ха-ха! Это же озвучка из Старкрафта, ребят! Огоньку! Это, говорит, огнеметчик и у тиранов. Офигеть, а! Просто офигеть, а! Блин, это ОП карта вообще. Пламенный, безликий огоньку. Прям самый голос с той же интонацией он сказал. И такое чувство, что это тот же человек озвучил огоньку. Блин, забавная тема. Эй, ты убьешь что ли кого-то? Нафига? Тотемус поставил. Ах, черт. Ну ладно. Зато убил трех существ мелких. У меня нормальных карт нет, блин. Где нормальные карты? Да офигеть! Нечестно так. Киутузат, что за говно? На тебе минус за это. Окей, теперь у него 8-8 будет вообще. Имбасик, имбасик. Но я хочу что-нибудь новое. Дай Хардстоун. Древние боги, где вы? Чё, отвернулись, что ли, от меня? Ну, нечестно! У него все карты эти. Чёрт. Ахихихихухехе! Ай, не знаю. Есть смысл, нет смысла. Ох, уже две карты из ДБ вытащил он.
Был бы он 4-6, Исполин бы еще выжил. Ах. Если бы я играл за Шабада, то у меня бы таких карт не было. Натолбишь. Нет, ну карту, кстати, не вытащил. Офигеть, я неудачник. Офигеть. За 7 ходов ни одну карту не вытащил. Ни одну. Причем вероятность 50%, ребят. Просто перемножить. Это такая маленькая вероятность вытащить. Ни одной карты не вытащить. Кник, мама, или умри. Можно одновременно. Вот как ты решил, да? Карты брать будешь? Ну, логично. Окейушки. Ответа и моего клинка! Я ведь уже мертва. Сколько ударила бомбочка? На единичку. Отлично. Окей, я не могу больше ждать. Да, я не могу больше ждать. Где мои ДБ карты? Что за херню мне дают из классика? Они даже не узнают, что их убили. Офигеть, сколько у него тут. Ну ладно, у нас есть Келтузад. Он до сих пор ни одну карту не вытащил. Но отпыгнул, ты пьян. Я вот думаю, как нам убить так, чтобы Кел еще не убили. Получается, если убираю этих 2, 3, 6. Надо убиться этим желательно. Ну так и сделаем. Хотя, с другой стороны, правильно было бы Мурлока убить. Толку, да, Мурлока надо было убить. Че это я его пирата? Кстати, попугай пирата. Очень нужная карта. Вот теперь вы, в принципе, фигушки его убьете, если у него заклинаний нет, конечно. А, есть. Есть. Еще и змей этот поганый. А, иду дата за что. Он вытащил карту! Шок! Шок! Он вытащил карту! Он вытащил карту, неужели? Это я думаю, как где. Лохтар Огар! Я не могу. Вытащил карту, да. Неужели? Он вытащил! О, да. Ну, давай, вытащи еще одну карту из древних богов. Ну, давай, покажи свой мастерский скилл, Шабан. Я... Серьезно? Еще одну карту вытащил? Охренеть, а, это просто охренеть. О, шок, да. Да сколько у меня этого усиления, у меня ни одного таунта нет. Узбогойся уже, а. Блин, его убьет, вот это плохо. Не хочу я его убивать, а. Не хочу.
С другой стороны, его лучше убить или его лучше убить? Ну-ка. Ну да, нет карт. Очевидно. Так. Ну придется его убивать, что тут поделаешь. Я должен сделать выбор. Хреново сделал я. Попугайчика убил. Три усиления, ребят. Ни одного таунта. Ну, круто. Вообще фартует-то как, а. Окей, я вот лечится на 14 сейчас. Ой, у меня еще и Бран тут. На кой хрен он мне? Ну хотя бы не на 14 полечился, и то хорошо. Мы истинная! Не говори, что у него дракон есть. Ой, слава богу. О, карта из древних богов! Славься, кто? Это ты, повелитель. Приказать. Да, ты забрал себе, гад. Как ты посмел? Это несправедливо. Черт, вот таут ставит. Ну, очевидно, его так надо разбить. Иначе никак. А мне надо избавляться от техника. Я щит Аргуса. Еще лучше, я от него вообще не избавлюсь. Ну, дайте мне хоть что-то на таут, а. Ой, господи, а. Жду приказаний. Очиститесь. Сюда. А у него клюет. Конечно, блин. Бесполезный НАТО. Гевницом попахивает. Дайте мне нормальных карт. Он доминирует, помогите, умоляю. Черт, что мне делать? У меня потасовку дай. Окей. Окей, 7-11, там бронь мне снесет пока что. Да ну нафиг, как ты это вытаскиваешь, объясни мне. Это, конечно, ГГ до следующего года, если так продолжится. Хилиться потасовку. Стихии уничтожат. Огар. 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 Я благодарен. Я выбираю смерть. Так, нафиг его. Хочу шамана с его ОП-шными картами.
начнется охота. За молот Рока! О, славься! Заславьтесь, древние боги! Спасибо за то, что дали мне карту из древних богов! Здравствуй! Здравствуй! Приветствую тебя! Давай, ничего, на первый ход не ставим, поставлю, но, блин, поставил, вот говно ты! На! Надеюсь, тотемус не уничтожишь-то. Метка же теперь стоит единичку, мана, а не ноль. Саня Руба. Саня Руба. Эй, детки, я уже здесь. Алле, оп! В принципе, неплохая карта, с учетом того, что существо-то призовется в любом случае. Вот. Не знаю. Я проливаю кровь во имя Ктуна! Еще одна картёнка. А почему мне не показывается, что с Ктуном? Или просто потому, что... Его в колоде нет, а ну, смысла очередь. Нет. А, ну очень. Стенетника змейка. Окейушки. Сиди, направляйте. Разряд. Давай, на пятерочку. На четверочку все-таки. Потрясающе. Так нечестно. А, так, сколько это? 5-6. Ладно. Топ карты просто. Все, у меня нет карт. Я встрял. Ура! Меня победил Фейсхант. Или просто Хант. Какое-то слишком нященькое порождение. Знаете, чё, нафиг. Победа за Я тобой. Так не выиграю его. А, мне нужен богатый пак еще. Окей, я знаю, кажется, в чем дело, почему мы не выигрываем. Ща я эту проблему решу за 5 секунд. Дайте мне несколько секунд буквально. И...
Да, жда рубашка, которую дали за предзаказ. Ведь давали же за предзаказ рубашку. Во. Да. Вот теперь мы будем тащить, ребятки. Кого там? Давайте, Бак! Самое банальное. Мы сегодня выиграем вообще или как? Или так и будем всирать рандомным игрокам? Шайна и Валира. Будь начеку. Не стоило напрашиваться. Ха-ха, нет, нет, нет. Крош расставлю. Две карты из ДБ уже неплохо. Вот это другой разговор. Больше карты из древних богов. Вперед. Так и надо было начинать. Ай, я, но он не выстрелил. О, да, да, я вот об этом и говорю. Больше карт из древних богов, больше, больше, как можно больше. Ай, спринт что ли? Окей, чаек. И что там за карты у него теперь интересно он взял? Ну, я вот не знаю, если... Да я уже пингадового снесу. Да пинговать надо, 4-8, пока еще держимся. Потом может дракошу поставить, хорошо. Так, будет. Подойди и послушай. Подойди и послушай. 4-9, о чем я и говорил. И такие у него 3 ликвидации лежат. Он взял диверсии, да, офигеть! Да пошел ты, а! Диверсии. Диверсии. 3 диверсии, Карл. Уничтожает нужное существо. Я думаю, да его вместе я бы ударил вот так. Вот ударяет лицо. Чтобы я мог разменяться, у меня еще и выжило. Ну, вообще, ништяк. Так, что там у нас? Ладно, ладно. Главное, под диверсию не подставиться. У него есть, как видим, еще эта диверсия. Это надо помнить. Тебе нужно благословение? Я предпочитаю действовать в одиночку. Окей. Меха не будет. Что я только что сделал? Ай, дерьмо, а! Я? Хочешь что-нибудь взорвать? Отлично. Вышел из ситуации все-таки. Все, вот потратил последний диверсий. А, сколько диверсий? Сколько? Ты чё, дебил что ли? О, неплохо. Таунт хороший призвал. Не, эту карту надо брать в колоду какую-нибудь. Хорошая вещь.
Я несу жизнь и надежду. Ах, пустил бы я в тебя пиробластом. Три шесть, да? Блин, только с вами существа, с вашим, ну ладно. А, иначе это было бы слишком. На труди хотя бы ударишь. Вообще нет. Еще нормальное существо призвал. Эй, офигел, таунт звать. Хотя как бы пофигу на это. Подождите-ка, как мы будем размениваться? Если я его ставлю, остается Алекстраз и это болото. А, и кто-то убирает. Ну ладно, делаем так. Комбо-вомбо. Тогда убирает всего один. Ну ладно, еще нормально. Похоже, это винт, друзья. Давай я пиробласт тебе в лицо пущу, дай пустить. Пожалуйста, пожалуйста, пиробласт. Ну, пиробласт в лицо я хотел пустить. Ну ты говно. Ура! Очередные 40 пыли, друзья! Вперед! 40 пыли! Во имя 40 пыли! Сорок пыли! Как я и предсказывал. А, дальше. С кого не играли? За жреца. Вперед! Нет, стоп! Мне больше за разбойника интересно. У него крутые карты. Надеюсь, что я успею. Валира и Утер. Я буду сражаться с честью. Будь начеку. Вообще не в тему. К нам экспериментатор, но ставить придется его. И надеяться, что это будет спел, а не существо или какое-нибудь дряхлое дубское существо, которое не жалко. А не легендарка какая-нибудь. В чем смысл был? Это будет круто! Иду... Давай, начнем. Здесь сильно жалко. А,
Окей, все равно придется всадника на волке ставить. Окей. Волчий тропа ждет ответа из стали. Подумать. Что приказание? Не-не, авантюриста разменивать так не пойдет. Давай начнем. Фиговенько. О, отлично, подтянивай удар. А теперь можно более видеть смело. Дай мне задание. А там уже Бреттера, Сектанта. Дерьмовенький, чё. А, ну то есть эта карта уменьшает стоимость, только какая в руке она. Хорошо. Следуй правилам. Пошёл ты нафиг. Читать. Секретка. Их надо одновременно убить на всякий пожарды. Как же поводить без секретиков-то? Не можно так быть! Что приказание? И готово. Во имя Сильваны. Окей, это не око за око. Теперь мы знаем. Это может быть собой пожертв... Ой, если темная чародейка выйдет, это херово. Зря поставил. Запрашиваю подкрепление. Что приказание? Я предпочитаю действовать в одиночку. Окей, сойдет. Умри и стань одним из нас. Умри, умри и стань одним из нас. Ошибка. Умри и стань одним из нас. Так, что же за последний секрет? А, наверное, который убивает четвертое существо. Окей. Жду приказаний. К оружию, воины! И разведется с 5-3. Еще и похитит себе гад. А, он не разменялся. Спящий пробудился. Умри и стань одним из нас.
Спящий пробудился. Это похоже на отсылочку к Варкрафтику. Нет нормальных карт для того, чтобы комбу с темной чародейкой сделать. Даже если вольный режим. Интересно, если кто-то из портала упадет. Или же из новой карты паладина упадет. Вообще же будет жесть. Окей, чики, окей. Блин, а? Ну что за топовые карты мне идут, а? Давай начнем. Шагни в тень. Есть ли смысл? Там существа нужды достали, так что есть смысл. Маскировка-то включи, да, пацан? Один выстрел, один труп. Окей-ушки. Ай, тупанул! Клинки наготове! Чё-то не прёт вообще. Что там за 13 карт осталось-то? В этой потасовке мне дико не везет. Я надеюсь, меня видно, камера не влезла. Так, услышь зов Туна! 4-6. Вот. Но я надеюсь, что у тебя нет 10 бадовых существ в руке. Не знаю, кого даже взять. Ай, какую тупость я сделал! Ну, блин, знал же, какой секрет, а? Окей, у него есть стоимость 10 маны существо. И сейчас вылезает Йоксарон. Или Смертокрыл. Великан. Тоже больно очень. Представляю себе, призвал существо. Давай начнем. Невероятно. Занерфленное говно, а? Я слышу зов тьмы. Давай начнем. Надо было еще рубаку поставить для эпичности. О, и дейлик выполнил заодно. Ну, вообще бы это был кусок потасовки, походу мы будем с Андрейкой еще играть. Это все, друзья, с вами был Павел Первый. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, добавляйте видео в избранное, а также делитесь им. И ждите новых серий по Хардстоуну. Всем пока, смертные.